порнухи сниматься. Вот, например, Лакшери Гёрл, она Гюго. Ну, там много Гюго-порно-актрис, на самом деле. Всем привет, друзья, с вами Соколов Илья, и сегодня у нас разбор, очередной разбор психотипа, социотипа. На этот раз у нас Гюго. Социотип достаточно сложный. Сегодня будет уникальная новинка, которая лично для меня это старое новое открытие, перевернуло вообще полностью соционику, можно сказать. Какой секрет я раскрою, это будет во второй части видео. В первой части мы рассмотрим Гюго по дихотомиям, после чего мы перейдем к рассмотру Гюго по модели А и еще кое-что. Итак, Гюго является экстравертом, этиком, сенсориком и рационалом. Говоря об экстраверсии Гюго, необходимо понимать, что здесь классическая экстраверсия в чистом виде. В том плане, что Гюго — это максимально социально ориентированные люди. Люди социально направленным типом мышления. Я сегодня, честно говоря, спал 2 часа. У меня консультация была с человеком из Японии, представляете? И 7 часов разницы. 7. Вот, поэтому я немножко-то буду тупить, но поставленную задачу необходимо выполнить. Гюго является классическим экстравертом, то есть они легко переживают социальное взаимодействие гораздо легче, чем, например, Дюма или да даже тот же Дон Кихот. Потому что, как вы помните, Дон Кихот у нас экстраверт-логик. Они вообще устают очень быстро от людей, от пустого общения. Гюго, поскольку у них этика отношений неценностная, они тоже, как бы, можно сказать, не любят постоянно взаимодействовать с людьми нон-стоп. Но в сравнении с интровертами, они на порядки более социальны. Они на порядки, чем интроверты, чем социотипы интроверта, могут взаимодействовать с окружающими людьми. Это взаимодействие может быть очень насыщенным, очень долгим. И они переваривать могут эту всю информацию социальную в огромных количествах, в огромных объемах. Огромное количество социальных контактов может быть. Они могут работать на социальных профессиях, там, где каждый день им необходимо общаться с людьми, и они там не сойдут с ума. Я именно так формулирую. Они не сойдут с ума. Я не говорю, что они будут там кайфовать обязательно. Может, и будут кайфовать в зависимости от работы. Но с ума они сойти не должны. То есть профессии по типу воспитателей в детском саду, педагогов, преподавателей, в продажах их у Гюго очень много. Все это, со всем этим они могут справиться. Но, опять же, все эти профессии для Гюго не совсем будут подходить. Почему? Потому что работа альфа-квадра — это вещи такие, как бы, не совсем совместимые, как вы помните, да? И ходить на какую-то там скучную работу по типу продаж каждому Гюго рано или поздно будет надоедать. Поэтому повторюсь, Гюго — это классические экстраверты, которые могут взаимодействовать с огромным количеством людей, и в сравнении с интровертами можно сказать про них, что они вообще не будут уставать. Вот. Следующая дихотомия, которую стоит сказать, это этика-логика. Гюго являются этиками, то есть у них направленность психики на людей, на живое. И важно отметить, вот в голове отметьте, что этика — это главная дихотомия у Гюго. Почему? Потому что сейчас по моделям мы будем рассматривать их структуру психики, и у них базовая функция — это этика эмоций. Какое-то эмоциональное взаимодействие с окружающими людьми, эмоциональное заражение. Это их епархия, это их стихия. Все, любая деятельность, касающаяся эмоциональной передачи какой-либо информации и считывания
эмоции других людей, это и есть проявление базовой работы, базовой функции Гюго, этики эмоций. Возьмем два классических примера, это Киркоров и Харламов. Оба они являются Гюго. Как вы понимаете, один артист, другой комик. Частично, можно сказать, тоже артист, поэтому деятельность у них такая. По модели подробнее рассмотрим чуть позже, как проявляется этика эмоций и этика отношений. Поэтому самое главное тут уяснить, что для Гюго естественно взаимодействовать с людьми. И для них неестественно... Они художественные люди. Как это называется? Есть технари, а есть гуманитарии. Они гуманитарии. Для них технические специальности, работа с цифрами, работа с программами, с монтажом. Это их неестественная деятельность. Их естественная деятельность – это взаимодействие с окружающими людьми, прежде всего, в эмоциональной сфере. Следовательно, Гюго должны работать на работах, где будет непосредственное взаимодействие с людьми. А там, где они будут работать с какими-то логическими системами, структурами, они будут выгорать и уставать очень быстро. Также поговорим об интроверсии Гюго. Если Гюго загнать в комнату и заставить, ну, там, работать библиотекарем или работать на каких-то скучных специальностях, у них будет течь флянец, как вы понимаете. Следовательно, у Гюго должно быть активное взаимодействие с окружающей средой, а не тупое задротство дома в одиночку. И, следовательно, самая сложная и самая неестественная деятельность для Гюго, это будет связано с интроверсией, с логикой, с интуицией и с иррациональностью одновременно. Ну, это в этом чуть позже. Следующая дихотомия – это сенсорика и интуиция. Сенсорика – это приземленный тип мышления. Это то, что можно пощупать, то, что можно прочувствовать, и то, что можно объективно... это наша проявленная реальность, так называемая. То, что происходит на Земле. То есть, например, сенсорика бывает двух видов. Интровертная и экстравертная. Интровертная сенсорика связана с нашими органами чувств. Это одна из сильнейших функций Гюго. Об этом чуть позже. Это все, что связано с комфортом, с достижением комфорта самому и удовлетворение комфорта других людей. Следовательно, это люди, которые сами любят покушать, приготовить себе, заторчать, повеселиться, покайфовать, движухой какой-то веселенькой заняться, в клубасик сходить, организовать тусовку. И экстравертная сенсорика – это взаимодействие, непосредственное взаимодействие с окружающей средой. Очень много Гюго мы можем увидеть в поп-ММА. Например, Мурат Легенда. Наверное, я еще списком пущу, каких Гюго я предположительно считаю за Гюго в поп-ММА. Но сейчас вот с просонья я не могу вам так, кроме Мурада, еще кого-то вспомнить. Следовательно, для Гюго необходимо заниматься не каким-то абстрактным творчеством, как бы этим занимались Дон Кихоты, а Гюго должны заниматься чем-то простым и приземленным. Например, да то же самое организация каких-то тусовок, непосредственная организация, то есть буквально в прямом смысле не нарисовать картинку о том, приходите бухать, а действительно заботятся о том, какая там будет еда на празднике, какая это будет там выпивка, какие там будут кайфы, как там будет людям удобно, кайфово и классно.
И, наверное, бы эту функцию я бы поставил на второе, вот, этика первое место, сенсорика второе место. Вот это две главные вещи. Это две главные функции, вы поймете, почему это так позже. Интуиция — это абстрактный тип мышления, это воображение и фантазия. У Гюго двухмерная активационная интуиция возможностей, следовательно, они более-менее еще в творчество как-то могут. В частности, один из моих близких друзей, это Кирилл Палмдропов, является Гюго, и то, как он придумывает всякие обороты, всякие словесные формулировки, вордплеи, как он сочиняет тексты, это просто гениально. И несмотря на то, что Гюго являются сенсориками, творческая составляющая в них присутствует. Если приводить параллель, то Гюго такие же творческие деятели, как Дюмы в структурной логике в науке. То есть то Гюго будут в творчестве так же продвинуты, как я вот в этом во всем, там, в соционике, в психологии, в психотерапии, в науке, понимаете, да? Вот Гюго также в творчестве, в выступлениях. Но, тем не менее, для них более естественно заниматься какими-то приземленными вещами. То есть чем-то на земле, тем, что можно пощупать, тем, что не надо воображать и представлять, чем-то осязаемым. Ну, например, для Гюго гораздо более естественно будет заниматься спортом каким-нибудь, чем, там, я не знаю, картины рисовать какие-нибудь, или придумывать, или что-то, ну вот, что-то придумывать. То есть от излишней нагруженности их воображения и фантазии они выгорают и устают. Хотя, безусловно, вот этот моторчик их творчества, он достаточно сильный. То есть на протяжении, там, 4 часов в день они могут быть творческими людьми. Но, естественно, для них сенсорная составляющая, что-то, вот, там, уход за детьми, или там бухать для Гюго более естественно, веселиться, кайфовать, чем придумывать какие-то там новые смыслы, какие-то новшества, какие-то уникальные вот там вещи, которых не было до них. И если мы посмотрим на Гюго, то их фантазии в сравнении с Дон Кихотами, да, в сравнении с фантазией Дон Кихота, она достаточно проста. То есть они какие-то такие простые единичные вещи могут сделать. Да, тот же Палмдропов, там какой-то отдельный вордплей, отдельный текст. И сравните с Оксимироном, у которого там отдельные какие-то свои миры, которые он придумывает, там, так сказать, образы абстрактные в каждом треке у него, в каждом тексте. А у Гюго будут конкретно какие-то вот отдельные строчки, точечные. Вообще сенсорика, чем отличается от интуиции, это всегда точечная конкретика. Я, когда вот, знаете, заметил такую тему, Дон Кихоте очень абстрактно формулирует свои идеи или оценки. И всегда я спорю с Дон Кихотами в том плане, что я говорю, у тебя все четко, вот абстрактно, стратегически все верно, но в нюансах ты полную хуйню несешь. Ну, не, все не так. В нюансах ты вот не дорабатываешь. Вот Гюго, они прежде всего будут проявлять свое творчество в нюансиках всяких различных. Но про это чуть позже поговорим. Рациональность и рациональность. Прежде всего, рациональность проявляется у Гюго в том, что посмотрите, вот как ходит Путин, например. Ходит такой четко, вот у него, не вижу цель, не вижу препятствий. Как вот он по такому принципу рассуждает? Он, у него неподвижный ум, неподвижное мышление, у него устойчивое мышление. У Гюго точно такая же история. То есть подвижное, устойчивое мышление, зацикленность на каком-то процессе. Именно поэтому, если им необходимо достичь какой-то задачи, они разобьются и не будут отвлекаться от этого. Да, они будут проебываться по времени. Да, они будут отходить от временных сроков. Но
они четко, последовательно будут идти по своей дороге. В том числе даже жить по режиму. То есть они более устойчивые, последовательные, закономерные, их образ жизни более закономерный, они более конкретные по жизни, да, можно так сформулировать, чем иррационалы. Их психика более устойчива. В чем проявляется устойчивость психики Гюго? В чем проявляется иррациональность или рациональность вообще в целом? Человек сидит за компьютером, и ему кидают новую задачу. А Гюго очень четко сконцентрирован на своей поставленной задаче. Например, ему кто-то написал в личку. Что сделает Гюго? Если ему это не нужно, если он может не читать сообщения, то читать сообщения он не будет. Он не будет отвлекаться на внешние раздражители, потому что он устойчив и последователен и будет сфокусирован на поставленной задаче. Поэтому у Гюго постоянно по 150 непрочитанных сообщений. Это связано и с экстраверсией, это связано и с рациональностью, потому что они четко их... Не отвлекай меня! Я четко следую своей задаче. Это рациональность, устойчивость. Ты мне написал, я тебе попозже отвечу, ладно? Попозже отвечу, я сейчас не могу. Это рациональность. Не отвлекай меня. Я занят, ты мешаешь мне. Это рациональность. Иррациональность. Я занят спасением человечества. И тут мне кидают мем. Я иррационал. О! И я... Прикольный мем, сейчас я тебе отвечу, сейчас я тебе... И начинается переписка на 15 минут, 20, 30, час. И мир рухнул, мир уничтожен. Мир уже... Иррационал уже отвлекся. Итак, то, что они не отвечают на сообщения, это связано с экстраверсией и с болевой белой интуицией. Они попросту не могут рассчитать... И с рациональностью. С экстраверсией, рациональностью и болевой белой интуицией. Они не могут попросту рассчитать время на то, чтобы ответить людям. У них есть свои устойчивые цели, они их пытаются достигать, а людям им нет времени отвечать, потому что их психика недостаточно мобильна, чтобы переключаться на некоторые задачи. Я имею в виду отвечать каким-то людям, которые написали мне там в Телеграме. Не мне, а Гюго. Итак, следовательно, для Гюго сложно будет заниматься деятельностями, где 7 пятниц на неделе, где в любой момент могут поставить новую задачу, и надо полностью все переделывать, где все можно перетрансформировать, переделать, все начинать с нуля. Они, как правило, последовательно, четко выполняют свои поставленные задачи. Они не отвлекаются. А если человек не отвлекается, то значит, когда его будут отвлекать, его будет это бесить. А иррационалы, если их отвлекать, они пережуют, переживут это. Они смогут с этим жить, они смогут адаптироваться. Гюго же просто будет это триггерить, вызывать у них фрустрацию, агрессию. Потому что их психика не обладает свойством переключаемости, она у них устойчивая. Вот в этом и фишка рационалов и иррационалов. Те типы деятельности, где необходимо постоянно переключать свое сознание с задачи на задачу, причем в течение дня и непрогнозируемо. Эти задачи им решать сложно. Ну, примерно как-то так. Следовательно, деятельность интровертная, логическая, интуитивная и рациональная стоят вместе. Она для них неестественная. Давайте, ну то есть, их конфликтер, это кто? Бальзак. Бальзак у нас интроверт, логик, интуит и рационал. Деятельность, которая связана с погружением во свой внутренний мир, с постижением каких-то логических схем, структур, неодушевленных вещей,
сложных каких-то заумных циферок, буквок и каких-то сложных заумных штук, абстрактных, непонятных, которые нужно как-то в голове вообще представить, что там имеется в виду, что от меня хотят, непонятно. И иррациональность — это же полная абстракция. Максимальная абстракция. Это непонятно, как знаете, вот... Если рациональность — это четкая последовательность, вот, например, вот этот микрофон, это совокупность частиц вместе, вот они их все вместе сделали, вот рациональная последовательная структура этого микрофона, да, и стойки для него. А иррациональность — это совокупность абстрактных частиц, которые могут трансформироваться во что угодно. И Гюго, которые сейчас это слушают, они вообще понятия не имеют, что я имею в виду, как правило. И, следовательно, какие-то сложные научные, логические темы, для которых нужно погружаться в свой внутренний мир, быть тихим, спокойненьким человеком, погруженным в идею свою, в эту абстракцию, в эту вечность. Эти функциональные состояния, психоэмоциональные, для Гюго противоестественны. Гюго драйвовые, Гюго эмоциональные, Гюго взрывные, Гюго предмеченные, приземленные, простые, эмоциональные люди. Для них тихая, спокойная, интровертная деятельность, спокойный образ жизни, где надо задуматься, это не для них. Для них! Вот! Вот это вот! Я прочитал вчера такую тему, и вот сегодня вам это расскажу, это просто восхитительно. Давайте теперь займемся, это очень интересно. Вот это вот штука. Вот эти психоэмоциональные функциональные состояния, это и есть базовое состояние Гюго. И оно противоестественно Бальзаку. Потому что Бальзак эти психоэмоциональные состояния не считывает и не понимает. Итак, мы переходим к модели А. Думаю, здесь информации базовой для описания Гюго будет достаточно. Итак, описание социотипа Гюго по модели А. Какое здесь важное дополнение будет? Я добавил знаки функции, и отныне все описания социотипов я также буду анализировать, описывать через знаки функции Погуленко. В чем фишка знаков функций? Мы знаем, что у двух социотипов в соционе базовая функция одинаковая. Ну, например, у Дюмы белая сенсорика базовая, и у Габена белая сенсорика базовая. Так вот, Гуленко разграничил белую сенсорику габеновскую и дюмишную. Также и с Гюго и Гамлетами. Гюго — это черная этика плюс. И у Гамлета черная этика минус. Хотя, казалось бы, раньше аспект был одинаковый. Итак, поехали. Пишем базовую функцию Гюго. Итак, приступим к описанию Гюго по модели А. Базовая функция у Гюго — это черная этика со знаком плюс. Что это такое? Для Гюго свойственно проявлять свою эмоциональность в основном в положительных эмоциях. Это человек-праздник, который дарит людям положительные эмоции и прежде всего сконцентрирован на том, чтобы выдавать и получать положительные эмоции. Помните, я про Бальзака говорил, да, что их психоэмоциональное состояние разнятся. Так вот, вот эта оптимистичность демонстративная Гюго, она, мягко говоря, не разделяется Бальзаком. И поэтому для Гюго свойственно творческие различные профессии, артистичные. То есть это различные блогеры, певцы, актеры, артисты, свадьбы, организаторы свадеб. То есть там, где нужно выступать и эмоционировать. Где-то что-то... петь песни, что-то рассказывать, эмоционально кого-то заражать, передавать положительные эмоции. То есть Гюго — это самый главный клоун у социона. Ну, в хорошем смысле слова клоуны. И
в связке с базовой функцией у Гюго идет белая сенсорика, то есть сенсорика комфорта. Причем сенсорика комфорта со знаком плюс. Как вы знаете, а вы не знаете, у Дюмы сенсорика со знаком минус. Сенсорика со знаком минус — это стремление избавиться от неудовлетворенности, от какой-то проблемы в комфорте, устранение проблемы в комфорте. BS Plus — это стремление максимально получить какое-то удовольствие, несмотря на здоровье. И для Гюго, прежде всего, да, я не говорю, что они будут, им будет свойственно как-то плевать на свое здоровье. Наоборот, это очень изнеженный социотип, который очень тонко чувствует такие вещи, как там недосып, голод, холод, дискомфорт и так далее. Но их вот эта вот сенсорика, да, она направлена на то, чтобы всех накормить и себя, и бесконтрольный кайф. То есть для Гюго свойственно организовывать какие-то праздники, мероприятия, какие-то тусовки, где всем будет хорошо, всем они подарят положительные эмоции, и все очень сильно кайфанут. И сами они очень сами кайфанут. То есть у Гюго задача всех развеселить, поднять всем настроение, всех замотивировать на совершение каких-то великих задач, при этом чтобы все были по кайфу, все, чтобы всем было по кайфу максимально. Какой функции? Перейдем дальше. Перейдем, наверное, к самой слабой функции Гюго, к болевой функции. Болевая функция Гюго – это интуиция времени. Да, кстати, важный момент. Зеленым отмечены потребностные аспекты, синим отмечены непотребностные, то есть неценностные. Зеленые – это ценностные аспекты, я даю синоним такой, как потребностные. А неценностные – это непотребностные, то есть по этим типам информации, по синеньким. Гюго не хочется получать информацию, и при любом удобном случае, когда он может изолировать себя от этой информации, он будет изолировать себя от этой информации. У Гюго самая слабая информация, тот тип информации, который не усваивается, это интуиция времени со знаком плюс. В чем главная проблема Гюго? Они, вот у меня был, есть, пока непонятно, друг Гюго, которому его начальник Габен такую фишку сказал, что ты постоянно под водой. Вот Гюго постоянно, они постоянно находятся в суете, в движухе в какой-то. Они постоянно социально ориентированы, со всеми общаются, взаимодействуют, вовлечены в разные деятельности. Включены в разные деятельности. И при всем при этом они теряют течение, ход времени. Очень часто бывает такая ситуация, когда какая-нибудь там моя подруга Гюго позовет кого-нибудь тусоваться. Я говорю, слушай, а нам же завтра утром уже надо идти на пары, к примеру. Ты понимаешь, что сейчас 7 вечера, мы сейчас до центра дойдем, будет 8, посидим там, не знаю, пивка попьем, будет время 11, домой мы придем в 12, спать ляжем в лучшем случае в час, и фактически мы поспим там 5 часов. Ты понимаешь это? То есть по-другому быть не может. Вот все будет именно так, если мы сейчас пойдем гулять. И у Гюго непонятно, пелена перед глазами, они не учитывают это, они не понимают. Как это работает? Болевая интуиция времени. Мало того, что они непоследовательные, они живут, они вечно не успевают. Не то, что не успевают, а они очень несвоевременные люди. И при этом они не понимают, что... Вот, например, они очень любят увлечься чем-то. Это неплохо, увлечься чем-то. Но когда вы, например, скачали какую-то компьютерную игру, увлеклись и до 5 утра играете, а у вас, например, защита диплома в этот день, это очень плохо. Это подрывает и вашу профессиональную составляющую, и подрывает ваше здоровье, потому что вы не спите. И Гюго не понимают, что они проебываются по времени, и более того, почему это плохо, и что плохое случится, если они сейчас задержатся. То есть они не видят плохих последствий собственной распущенности временной. Они не понимают, что
если они сейчас какой-то момент запустят во времени, то они это не наверстают. Если они не будут следить за зубами или там следить за здоровьем через там каждое время какое-то, да, то рано или поздно, вернее, может наступить момент, когда уже будет поздно следить за своим здоровьем. Когда уже вы фарш назад не провернете. Когда уже ситуация произошла, она уже происходит, и к ней нужно было готовиться заранее. И вот то время, которое вы должны были готовиться, вы это время пропустили. То есть Гюго постоянно находится под водой. Они находятся в каком-то своем внутреннем мире, в своей суете, в своей жизни. И они упускают важные вещи по времени, которые нужно было учитывать. Причем, какие бы они будильники себе не ставили, они попросту недостаточно серьезно относятся к целеполаганию своей жизни. То есть, у них, им кажется, что все как-то само сложится и все как-то само успеется. Более того, они же сами по себе дерганы, как я уже показал, да, какие Гюго, они постоянно в какой-то движухе находятся. И вот это вот дерганое состояние, оно какое? Оно неумиротворенное. И для того, чтобы... Они неспокойные люди, сами по себе Гюго. И вот эта вот белая интуиция, это функциональное состояние погруженного, вдумчивого состояния в свой внутренний мир и спокойствие. Вот китайская вот эта вот мудрость, что типа не торопись, и перед твоим домом принесут труп твоего врага. Гюго, они не такие, они ждать ничего не будут. Они спокойно ждать ничего не будут. Они будут дергаться, суетиться не в попад вообще. И более того, вот сейчас они будут суетиться, ночь проспали, что-то забыли, еще на что-то отвлеклись. То есть я не говорю, что это проявление иррациональности, да? Я не говорю, что это проявление иррациональности. Но они рационально направлены на несколько деятельностей, и они не учитывают, они не могут все в единую картину сложить, в образ жизни сложить, чтобы все успевать. То есть, как правило, у них там 5 дел, которыми они занимаются, у них есть одно, ну, например, там, они учатся в институте, и параллельно они чем-то занимаются. И они проебут диплом, экзамены, все, что только можно проебут. Они не могут сочетать несколько дел одновременно, учитывая все временные рамки, все нюансы. Как правило, постоянно Гюго где-то будут стратегически проебываться, их в этом очень сложно будет переубедить, или если вы переубедите, они будут по поводу этого страдать, и ничего не изменится. Им не хватает спокойствия, умиротворенности, стратегического планирования временного и предвидения того, что будет, если они что-то пропустят в своей жизни или отложат на завтра. Хотя на самом деле они откладывают на завтра, а они откладывают, ну, когда-то тогда, ну, завтра, короче. Ну, на самом деле это не завтра, они это неизвестно когда. У меня есть такая вот с корешем тема. Я ему говорю, там, встречаемся через 10 минут. Я уже подхожу, его нет 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20, 40. Я думаю, братан, в чем дело? Ты опаздываешь абсолютно каждый раз. И вот мы придумали, и когда мы это еще до соционики было, и когда мы поняли, что он Гюго, когда мы изучили соционику, мы ввели новое понятие. 5 минут реальных, настоящих, или 5 минут гюгошных? 5 минут гюгошных, это значит 40 минут. 5 минут нормальных, это значит реально 5 минут. И когда ты с ним созваниваешься, ты говоришь, слушай, братан, через 5 минут там встречаемся. Он говорит, да, я вот через 5 минут буду. Ты точно через 5 минут будешь? Реальных или через 5 минут гюгошных? Блин, братан, если честно, я опаздываю через 5 минут гюгошных. Я тебя наберу, все, давай. Это очень крутая фишка, пользуйтесь этим. Здесь я выписал такую фразу, как «плохо понимает последствия своего промедления», думает, что все сложится само. А оно не сложится само. Следующая функция, о которой мы поговорим, это ролевая. Ролевая деловая логика. Ролевая функция, специфика ее работы заключается в том, что это роль маска, с помощью которой мы залетаем, социализируемся в конфликтной для нас атмосфере. Гюго пытаются делать вид, что они деловые люди, последовательные, взрослые, серьезные и деловые.
Они пытаются это пыль в глаза пустить, понимаете? Не то, что пыль в глаза, они частично такими людьми являются. Очень часто на работе они постоянно ходят вот в этом деловом образе, серьезном. Да-да-да. И это маска, с помощью которой мы социализируемся в конфликтной среде. А конфликтная среда — это вся среда, кроме нашего дома, на самом деле. Но это среда, где... нет гарантии опасности, где нет протекции, то есть защиты нас, где нет прогнозируемости и известности. Ну, например, на работе. Начальник ходит, неизвестно тут вообще кто, что, как тут надо себя вести. Короче, надевает маску ролевого, делового человека и с ней живут. Но при всем при этом у них ролевая функция со знаком плюс. То есть они занимаются не накопительством, они не скряги, так это называется, не скряги, не пользуются ресурсами теми, которые у них есть, а они транжиры, они не парятся пытаться зарабатывать новые деньги, старые тратить, они занимаются добычей новых ресурсов, а не сохранением старых. Поэтому жадность для них особо не свойственна. То есть, посмотрите, какой социотип, да? Развеселить, накормить, и еще и могут понтануться, денег очень много потратить, потому что они знают, что они заработают, они участвуют в разных движухах, они не боятся вкладывать, они не боятся рисковать. Они с точки зрения экономики, социально активные люди. Люди с деловой логикой минус, они наоборот. Вот, например, я. Свойственны... накопительством заниматься, не тратить деньги. Даже если у тебя много денег на счету, все равно жить, пользоваться тем минимумом, который тебе нужно, а вот деньги оставшиеся отложить, потому что копейка мне в карман. Вот эта тема. Поэтому Гюго на работе, в универе, на каких-то серьезных мероприятиях, на улице, в незнакомой компании делают вид деловых, серьезных, респектабельных людей. Следующая функция, которую мы рассмотрим, это ценностная структурная логика. Со знаком минус. Я выписал такую фразу, как разобрать все и докопаться до истины, до сути. Аналитика с целью истины. Не боится разбирать систему. Вообще... Гюго очень любит, когда им присаживаются на уши. Гюго это такой социотип, который очень любит учиться, который любит очень читать, изучать что-то. И их задача это максимально погрузиться вглубь и найти какую-то правду. Если они видят, что система каким-то какая-то неправильная, какая-то неточная, они не побоятся узнать неточность этой системы, пересобрать ее. То есть, это наша альфийская вот эта конспирологичность. Мы не боимся разрушать системы. Мы пытаемся достучаться до правды. И Гюго они именно такие. Гюго любят, когда им присядут на уши, с целью того, что, слушай, а мир-то на самом деле не такой, какой он есть на самом деле. Я тут изучил такой вопрос, и вот пришел к такому выводу, такому исследованию. На самом деле все не так, а на самом деле все по-другому. Гюго сразу поплыл. Это функции, которые... Это аспекты, которые Гюго должен получать от своего дуала Робеспьера, который вечно все анализирует, который... базовая функция которого занимается непосредственно тем, что копает в самый глубь, до правды, до сути, несмотря ни на какие моральные ограничения, и несмотря ни на какую пропаганду, и несмотря ни на какой шлейф. Они лезут в самое пекло научных исследований, не боясь переобуваться, не боясь признавать, что они как-то неправильно считали, их позиция была неоптимальна и так далее. Следовательно, Гюго имеют потребность получения какой-то структурированной, можно сказать, сухой, последовательной, научной информации. Это аспект,
крайне слабый у них. То есть они хотят этим заниматься, но книжки читать, конечно же, не будут. Ну, в том объеме, который необходим. То есть, как правило, они занимаются какими-то, ну, достаточно на поверхностном уровне, изучают какие-то вещи. На достаточно поверхностном. И в, ну, я, в сравнении с Робеспьерами, то есть вы там, Гюго, если смотрите и думаете, что вы там великие ученые, сравните себя просто с Робеспьерами реализовавшимися. Чё, как? Есть какая-то разница? То есть, фактически, Гюго должен заниматься тем, что получать структурированную сложную информацию от своего дуала Робеспьера. Но если они не будут иметь Робеспьера, который будет давать им эту информацию, они сами будут смотреть ютубчик, они сами будут записываться на курсы, они сами, а может даже сами аккаунт заведут и будут вещать что-то, какую-то информацию по структурной логике. Потому что как у нас работает информационный метаболизм? Если мы не получаем информацию от нашего дуала, то мы начинаем самодуализироваться. Мы сами начинаем работать по этим функциям, закрывая потребность. Напоминаю, вот эти функции зелененькие, они потребностные. По ним у человека есть ежедневная потребность работать. Синие – это функции, по которым мы не хотим работать. По белой интуиции, то есть спокойное умиротворенное прогнозирование будущего, и деловая логика – это деловое распоряжение какими-то ресурсами на работу ходить, да, какие-то серьезные дела, связанные с зарабатыванием денег и связанные с работой с различными ресурсами. Это им не хочется. А их потребностные функции – это этика эмоций, это белосенсорика, кайф, структурная логика, интересненькое почитать, и творчество. Черная интуиция. Следующая функция, которую мы рассмотрим, активационная Гюго. У них это черная интуиция. Специфика активационной функции в том, что она еще называется самооценочная. От того, как Гюго будет работать по черной интуиции, будет зависеть то, какая будет у Гюго самооценка. Если творчество Гюго обнуляют, говорят, что это бредятина, он лох, и вообще он никто, чмошник, который придумывает какую-то ахинею, им это очень неприятно слышать, им это не хочется слышать. Гюго очень творческие люди, ну как, насколько творческие? Вот настолько же, насколько я вот занимаюсь всякой это научной, всякими научными лекциями, настолько же они творческие. Причем творчество у них любопытное. Они не придумывают что-то новое, чего не было до этого. Они улучшают старую систему и допиливают ее с помощью творческого элемента. У меня недавно была на консультации девочка Гюго, которая рассказывала такую историю. Она, значит, ну типа дизайнер или маркетолог, не суть, да? Там стоматологическая компания, обычная стоматологическая компания, где делают зубы людям. И она ходит мимо и говорит: слушайте, ребят, а у вас вот здесь табличка, если ее вот допилить, так сделать, вот будет гораздо лучше, удобнее и людей больше придет. А еще вот здесь вот рекламку допилить. То есть Гюго, они видят действующую систему и думают, как бы ее творчески улучшить. То есть в рамках какой-то системы творческой они, как правило, работают. И не придумывают свою какую-то уникальную новую систему, а они допиливают уже ныне созданную. В этом плане для Гюго свойственно заниматься любым творчеством. Это касать, начиная с рисовать татуировки, рисовать, запятая, татуировки, сочинять какие-то стихи, песни, заниматься творчеством, необычно одеваться. Посмотрите, например, как Чичваркин, иноагент, одевается. Вот примерно вот так выражается творческое Гюго. Если мы посмотрим на Гюго, они все нестандартные люди. Они все творческие, творческие, ну, не сказать, что трэшово. Возьмите Данилка, это который Верка Сердючка. Ну, не сказать, что это какой-то порожняк. Ну, это же, ну, это фриковство, но это ж клево, это уникально. Или Киркоров, например. Ну, типа, это ж прикольно, это их фишка же. Или Чичваркин, это же прикольно же. Или, например, Харламов.
как он на ходу придумывает шутки различные, да? Это тоже проявление творчества, черной интуиции, интуиции возможности. Следующая функция, которую мы рассмотрим, это ограничительная функция, она же наблюдательная, достаточно интересная функция. И интересна она тем, что, вы знаете, все Гюго очень любят интересоваться отношениями. Все Гюго очень любят общаться за отношения. Все Гюго любят психологию изучать. Но у самих очень часто с отношениями все не важно. Это очень странно. Они очень много любят на эту тему читать, изучать, смотреть, общаться, лезть в личную жизнь других людей и спрашивать, как у них там дела на пьянках, например. Но у самих в личной жизни сами построить отношения зачастую им гораздо затруднительнее, чем пи***ть про это, говорить перед ним про это. Причем белая этика у них со знаком минус. Это значит, что они на близкий коннект, на близкий контакт в свою семью, в свое близкое окружение подпускают людей очень сложно, очень трудно. Гюго, на первый взгляд, составляют очень социальных людей, то есть у них огромное количество знакомых. Вообще, из альфа-квадры Гюго – это самый адекватный психотип с точки зрения взаимодействия с окружающей средой. Если Дюма – это токсичные фрики, либо закрытые фрики. Дон Кихоты – ладно, это фрики без комментариев. Робеспьер – задроченные лохи-фрики, то Гюго, они более-менее могут вписываться в это общество и хорошо в нем жить и не выпадать из этого общества. Как также проявляется белая этика со знаком минус? С ними достаточно сложно познакомиться. То есть, если вы подойдете к Гюго на улице, то чаще всего Гюго не станет с вами общаться. Гюго на первый взгляд не будет с вами общаться. Причем я эту тему замечал много у каких Гюго, и они мне, несколько человек мне говорили следующее, что я спрашиваю, а как тогда познакомиться с тобой? Они говорят, ну как, все само как-то должно сложиться, там, например, в общей компании. То есть для того, чтобы например, вот с Дюмой познакомиться или с Дон Кихотом ничего не стоит. Подошел, предложил поебаться, улыбнулся, и вы пошли ебаться. Гюго же подходишь, и он «Привет, здорово!» И все. Вы шутите, веселитесь, и все. Ближе он не подпускает. Ближе он вас пустит только тогда, когда вы 7 кругов ада пройдете, и он поймет, что вам можно доверять. Дружат много с кем, но на близкую дистанцию не подпускают. Итак, и последняя функция – это фоновая черная сенсорика Гюго. Я тут выписал такую фразу, как «ищет слабое место, тихая сила». Черная сенсорика является одной из самых сильных функций Гюго. И зачастую Гюго используют черную сенсорику как свою главную особенность, и зачастую они даже работают по этому аспекту. Черная сенсорика – это аспект, связанный с давлением на других людей, с навязыванием своей правды, с принуждением к чему-то, с оцениванием объективных характеристик того или иного объекта. Чем выше у человека черная сенсорика, тем он сам пробивной, и давление на себя умеет сдерживать. Сильные духом люди, волевые люди. Общаясь с Гюго, даже с девочками, у меня складывается впечатление, что они могут дать мне пизды. Проверять я это, конечно же, не буду, но общаясь с Гюго, я всегда держу это в голове, что если что, вдруг они легко... То есть они не лохи, они не дадут себя в обиду. Если вы будете на них давить и их продавливать, они спросят вас, зачем вы это делаете. И поэтому... Но как конкретно черная сенсорика со знаком минус проявляется? Если... в случае опасности или какого-то давления, они не будут сразу влетать вам в ебало с ноги. Они будут... искать слабое место и в нужный момент вас
вас аннигилируют и победят вас. Как, знаете, вот в дзюдо, например, там, да, то есть вы там 5 минут ходите вокруг да около, а потом бам, удар, вот, там, кидок, все, человек упал. Вот Гюго это такие же люди. То есть они не будут напрямую, то есть они чувствуют от вас негатив. И вот они с вами будут общаться, находить ваше слабое место. И они даже не обязательно драться с вами будут. Они просто вам объяснят, что вы поступаете непорядочно и неправильно. И не надо так общаться. Потому что это может очень все быстро закончиться. И не надо так со мной общаться. Не надо с ними так общаться. Ну, как бы, не надо продавливать свою точку зрения. У них своя точка зрения. Не надо вот это вот все. Им с ним, они не позволят общаться с ними как попало. И при этом будут пытаться дипломатически это донести, но по глазам будет видно, что сейчас еще слово, и ебальник будет на ноль, как бы, да? Поэтому, несмотря на то, что Гюго, весельчаки, тусовщики, вдохновляющие люди, которые всех накормят, напоят, любят чувственное удовольствие, любят комфорт, кайф и очень сильно в нем разбираются, и вместе с этим они могут за себя постоять, и в случае чего ебальник-то сломают всем. При этом они разбираются в отношениях, они очень хорошие психологи, сами держат дистанцию и в близкие отношения стараются не вступать. Творческие люди, но их потолок творчества, он не сравним, конечно, с Дон Кихотами и Робеспьерами. Именно ситуативный, то есть что-то, какой-то нюансик всегда улучшить. Но сравнивая с суггестивной функцией, которая вообще очень слабенькая. То есть сравнивая с суггестивной функцией, черная интуиция гораздо сильнее, чем суггестивная, собственно говоря. И если посмотреть на творческость Гюго, то складывается впечатление, что у них есть полноценный взгляд, они имеют, ну то есть они конкурентоспособны в этом, но смотря с кем. В сравнении с многомерными, ценностными, черными интуициями, конечно, они недостаточно творческие. Но половина социона, половина общества, они гораздо более творческие, это 100%. И они гораздо более творческие, чем Дюма. И Дюма, и Гюго не любят ходить в магазины и выбирать вещи, но вместе с этим у Гюго глаз наметан на сочетание вещей, понимание гармонии гораздо лучше, чем у Дюмы. Дюмы одеваются просто, у них нет абстрактного мышления. У Гюго с абстрактным мышлением на порядок лучше. Теперь давайте в конце концов поговорим о профессиях, кем должен работать Гюго. Скажу так. Гюго могут работать много на каких профессиях, и им в жизни гораздо проще, чем всем остальным представителям альфа-квадры. Связано это прежде всего, как я уже сказал, с их социальной одобряемостью, то есть они не фрики. Они фрики, но как бы Гюго, Робеспьер, Дюма и Дон Кихот, они прям совсем фрики. Гюго еще более-менее как-то вписываются в это общество, но все равно они выгорают от какой-то бессмысленной работы на обычной работе. Конкретно теперь работы и профессии. Работы, где необходимо уметь оказывать отпор и продавливать людей. Это необходимо в продажах, это необходимо в силовых структурах, это необходимо в различных госконторах. Они могут это сделать. Я не говорю, что это им естественно, они могут это сделать, причем очень много Гюго занимаются профессиональным спортом, но базовое естественное как бы, состояние, работа, которая, деятельность, которой они должны заниматься по черной этике и белой сенсорике, это, следовательно, черная этика, выражение, работа там, где необходимо эмоциональное самовыражение, плюс создание комфорта, приятной, сенсорно приятной атмосферы, чтобы людям, да, было хорошо и кайфово, клево, на уровне чувств, мягко и удобно и прикольно. Конечно же, это
проведение разных праздников, это работа с детьми, это педагогика, это обучение людей, это организация различных мероприятий. Вот прежде всего, ЮГО должны заниматься этим. В альфийской идиллии, утопии, они должны заниматься с Робеспьерами, помогать Робеспьерам или заниматься отдельно продвижением каких-то взглядов. Ну, например, Гюго соционик интересно и увлекательно рассказывает про соционику на поверхностном уровне, продвигая какие-то свои взгляды. При этом они могут творчеством заниматься, очень творчески подходить к этому. Не просто интересно рассказывать завораживающе, но еще это и интересная картинка. Посмотрите, какой у меня простой монтаж. Я Дюма. У Гюго монтаж гораздо лучше. Девочки Гюго гораздо лучше красятся. Они гораздо интереснее одеваются. У них гораздо лучше социальные сети оформлены, фотографии. И это еще при всем при том, что они эмоционально заряжены и очень приятные, привлекающие, мягкие люди. Но, тем не менее, чем-то серьезным, связанным с какой-то наукой, сухой последовательностью, сухим изложенным материалом, им это все не дается. То есть Гюго особо книжек не читают. От корки до корки их не учат. Ну так, они читают ровно настолько, насколько им надо, насколько это необходимо. Они все мечтают стать суперкрутыми учеными, но это мечты. Это невозможно. Есть у меня... Сергей, привет! Есть у меня один друг Гюго, который кандидат, там, по-моему, там, наук, там, вот это вот все, ученый. Но он мне сам прямым текстом говорил, что мне повезло попасть в такой коллектив, повезло защититься, и это все везение. И на работе, на самом деле, по большей части я гюгошными всякими вещами занимаюсь, а не какой-то строгой, сухой, доцентовской наукой. Ощущение, что я что-то не рассказал, ощущение, что я вам про что-то не сообщил. Ну, наверное, на этом будем заканчивать. Последнее время очень мне нравится консультировать по психологии, по психотерапии, не только типировать. Поэтому приглашаю вас на консультации, разбирать ваши психологические проблемы. Кстати, помните, я вам говорил, что Дюма там порно-актеры, наркоманы и так далее. Вот это вот, у них белая сенсорика точно такая же, как у Дюмы в этом плане. Даже в чем-то я бы сказал, что... они еще больше могут упарываться по кайфам и весельям. Возьмите там какого-нибудь Чичваркина, там, да, гедонизм, вот его там, например, да. То есть они, белая этика у них не ценностная, и, следовательно, у них нет загона, а что подумает общество, и у них нет каких-то моральных вот этих жестких ориентиров. То есть они могут и в порнухе сниматься, вот, например, Luxury Girl, она Гюго. Ну, там много гюго-порно-актрис, на самом деле. И всякие там наркотики, там, да, там, трава, там, и так далее. Это тоже все свойственно для Гюго. Все, ну, как бы, кайфажоры, они очень жесткие. Ну, теперь вроде все. Приходите на консультации по психологии и психотерапии. Приходите на типирование. Приходите просто пообщаться. Напишите мне, Илья... У меня как таковых проблем нет никаких психологических. Давай потарахтим, поугараем, не знаю, там, по скайпу винца попьем. Я только за. Давайте общаться, организовывать движуху, взаимодействовать, потому что поодиночке мы все передохнем от скуки. С вами был Соколов Илья. До новых встреч, и прибудет с нами сила. Или с вами, не знаю, как там правильно говорить-то.